Придите ко мне все труждающие и обремененные, я успокою вас. Воздвигаю стены непрощения из коллекции отобранных обид. Движимая глупостью стремление защититься так от действий злых. День за днем проходят чередою, силы трачу на ненужный труд. Кажется, укрытие я строю, чтобы гарантировать уют. Наконец, закончила работу, а вокруг сплошная темнота. Оглянулась, в крепости без окон оказалась добровольно я. Как теперь мне выйти из заточения? Как распутать этот клуб страстей? Сердце, пострадав от непрощения, оказалось в мире злых теней. Слева, справа выросшие стены, спереди и сзади та же мгла, сверху или луч, или наваждение. Как же давит эта темнота! Мается душа, не видя света, выхода из дна не находя. Вспоминает, что на свете где-то помощь есть. Но где же? Где она? Эхом пронеслось в больном сознании: «Воззови ко мне, и я приду. Покажу великие деяния, из беды тебя освобожу». Вздох, молчание и воспоминания, осознание ошибок, тишина, крик, пронзивший стены, раскаяние, умиротворенная душа. Рухнули и Иерихона стены, не оставив от обид следа. И ни с чем на свете несравненна сила всемогущего Христа. Аминь.